Бхаджи-бхаджи-каманданам самастапапа-канданам сабхакта-читаранданам садайва-нанда-нанданам садайва-нанда-нанданам Бхаджи-бхаджи-каманданам самастапапа-канданам сабхакта-читаранданам садайва-нанда-нанданам садайва-нанда-нанданам Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что те, кто заинтересованы по-настоящему в Мадхура Раса Бхаджане, и вот те, кто по-настоящему заинтересованы в нем, они должны думать, что Гуру Пад Падма, он не отличен от Радхарани. И те, кто совершают Ватсалья Бхаджан таким же образом, они должны думать, так, Гаудия Гоштхипати Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что есть материальный даршан, вишва-даршан, самсара, то есть видеть этот материальный мир, самсару. А в сварупе дживы нет никакой самсары, ее нельзя найти там, но дживы сейчас обнаружилась, душа, такая обусловленная душа, она обнаруживает себя в самсаре, откуда эта самсара появилась. По милости Гуру и Вайшнавов, наш такой скверный материальный даршан может уйти, и мы можем развить силу и понять, что те преданные рупануги, как они совершают баджан, и как достичь этой наивысшей цели, мы постепенно должны осознать это. В Шримад Бхагаватам Махапуране, в 7 части, есть такая шлока. До тех пор, пока наше тонкое тело, тонкое и грубое тело, и вот это каран шарир, причина тела, пока оно не разрушится, это будет проблема для нас. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане. И вот пока мы не избавимся от этого линга шарира, тонкого тела, мы не сможем освободиться от этой майи. И вот атма — это чинмой васту, нечто трансцендентное. И у нее нет никакого отношения к этому тонкому телу, но я достаточно давно говорил, как атма — душа. How it is possible?
как эта душа, она окрашивается чем-то, как это возможно, чистая душа, майя на эту душу не действует, но из-за этого линга шарира, этого причинного тела, это причинное тело, оно ответственно за... за наше рождение и смерти. И поэтому мы должны это избавиться в итоге от этого причинного тела благодаря общению с чистыми гуру вайшнавами. С преданными рупанугами, те, кто совершают баджан под руководством чистых гуру вайшнавов, в итоге они поймут, все осознают. И вот сейчас наше обсуждение очень сложное. И вот сегодня введение к теме Расалилы. Мы не входим в Расалилу, поскольку у нас нет права, но так или иначе мы будем пытаться понять, что такое Расалила, почему Бхагаван совершает такую лилу, с кем он совершает эту лилу. Есть ли у нас возможность войти на путь этой Расалилы? С различных точек зрения мы будем обсуждать все это. Поскольку те, кто преданы рупануги, это их цель. И я хочу напомнить вам, я во время Рамананда Самвата говорил об этом, но иногда, и вот я обсуждал эту татву, и я хочу более подробно рассказать, поскольку вероятность того, что кто-то может понять неправильно на действие, поэтому я хочу еще рассказать. И вот читайте те, кто... совершают Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, они внешне могут совершать служение, а внутри они могут другое служение совершать более аккуратно. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, внешне мы должны совершать Шраван Киртан, но в уме, внутри нашего ума, те, кто получили вдохновение от Гуру Варги, Гурудева, Бхагавана, они могут осознать свою сиддха-сварупу, и в уме они будут служить во Враджа-даме непрерывно. Сиддха-деха — это не шутки. И вот если что-то представлять, это не сиддха-деха, как делают сахаджи, они что-то непонятное представляют, и они думают, что если они вообразят какое-то духовное тело, то оно у них появится, но это совершенно не так. Я уже ответил на этот вопрос, как мы должны совершать нам-баджан. И через нам-баджан мы можем обрести такое вдохновение. Если наш нам-баджан совершенен, то Шрила Прабхупад говорит, тогда мы получим указания свыше.
что наша Сиддхасварупа такова, и согласно этому мы должны совершать свой баджан. И таким образом мы так должны совершать баджан, а силой мы не можем что-то делать, это невозможно. Силы совершать баджан, если силы совершать баджан, то ничего хорошего не выйдет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, когда пишет в своих киртанах, Sangsara fukar kanena poshive deho rog dureya. Here in this kirtan, Bhaktivinoda Thakur writing. И вот в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: О Гурудев, когда я получу такую возможность, когда придет тот день в моей жизни, когда мой ум умиротворится и никаких осквернений не останется в нем, и в этом случае санкиртана автоматически она будет происходить в моем уме. И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так вот Прабхупад говорит: когда мы сможем находиться в уединенном баджане, когда это станет возможным. И вот Шрила Прабхупад в одном из своих киртанов пишет, кто есть вайшнав. Когда мы совершаем киртан, подлинный киртан, когда апракрита шабда брама исходит из наших уст, и вот можно вспомнить, поток мысли может появиться. Когда мы совершаем киртан, мы подлинный киртан, тогда мы сможем видеть Кришна Лилу. И тогда, когда мы достигнем этого состояния, тогда мы можем совершать уединенный баджан, как Гоки Шордас Бабуджи Махарадж и другие великие преданные. И тогда все скверные вещи самсары, вся эта материальная самскара, она не сможет влиять как-то на нас. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда все эти болезни материального существования, они все уйдут. И вот и после этого Шрила Бхактивинода Тхакур говорит искренне, без всякого лицемерия: когда я смогу получить такую силу, что непрерывно я могу совершать харинам. И вот такой авеш значит какое-то нечто подобное вдохновению. Внешнее наше тело будет как бы в материальном мире, но оно полностью будет проникнуто духовной силой. И таким образом все наши телесные и мы будем вести себя примерно так же, как раньше, то есть будем есть, спать и как-то какую-то такую телесную деятельность поддерживать, но не задумываться об этом, не уделять этому столько внимания, и тогда мы обретем милость Бхагавана, Верховного Господа. И можно вспомнить Враджаван и Гораван. Гурдам и Вриндаван, они не отличны друг от друга.
И в этом случае мы можем ясно увидеть, найти, что вот материальные люди, они в Даму приезжают, посещают какие-то святые места, у них есть деньги, могут куда хотят, туда и поехать, но Дама Сварупа, Сварупа Дамы, не каждый может увидеть ее и почувствовать. Какие-то материальные вещи можно, конечно, увидеть. Но Сварупу Дамы не так просто увидеть. Сварупа Дама will be clear in front of me. And I will become a dasi, I mean, maidservant or other. Bhaktivinoda Thakur. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура. In his writing. В своих книгах. Вот Картикврата уже началась. So there, Bhaktivinoda Thakur can find. И вот можно найти Шрила Бхактивинода Тхакур в Баджан Рахаси. In his different writings. Он пишет. How gradually you can get entry, how gradually you can develop your power. Как обрести силу на пути баджана и вот сиддхадеха. You know, how you can get. Как мы можем обрести сиддхадеху? Я уже сказал те, кто рупануга бхакты, я уже сказал согласно их описанию Вишванатха Чакравати. Махарадж Вайрамананда Савати говорил, когда он обсуждал это. Любые преданные, которые совершают баджан здесь, они в итоге должны оставить тело и родиться в чреве гопи. Поскольку оставляя тело, когда они родятся в следующем теле, то в течение этого периода между вот как они оставили тело и следующее получили, то в этот промежуток, куда он дьется, Махарадж сказал, что нет промежутка, поскольку Кришна Лила, она непрерывно происходит во всех бесчисленных брахмандах, и поэтому если преданность рождается в какой-то брахманде, то времени не происходит, поскольку все это как вращается как колесо. Различные виды Кришна-лилы, они происходят постоянно, и поэтому йога-майя так организует, что преданному не нужно ждать, и вопрос возникает. И вот Наротам Такур, когда пишет киртан, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, Наротам Такур пишет, и в этом случае, когда Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, и Наротам Такур, вот они в своих киртанах, эти преданные рупануги, они пишут то, что я рожусь в Вришабханупуре, и моя свадьба, отец отдаст меня замуж в Явате. И вот Радхарани, потому что в Явате и во второй этой строке говорится. И вот здесь чудесные слова говорятся. В моей привычке я могу автоматически получить в Раджа Гопи Бхаву. И вот различные бхавы, итак, по милости Гурупад Падмы, если, естественно, мой Гурупад Падма тоже раса, поскольку есть различные гуру, и вот Гурудев, по милости, Гуру Браджаване Бхагго, Бхед Даршан Лен,
И вот так, по милости Гурудева, мы можем видеть все. И также Гурудев видит все как, как составляющие Кришна Баджана. И у него нет никакой склонности к наслаждению. Totally rest, bhagya bhed darshan, bhed mane, bhed mean, you are going to think something separately as your own enjoying article or object. Bhagya bhed darshan rahit, that we all totally you can feel adya gyan tatta fully. At the same time, diversity you can also feel. То есть и такой Гурудев, он чувствует как, точнее, когда мы сможем чувствовать как адвайтин таттву, так и различия в разнообразии, в единстве, единство в разнообразии. А еще, то есть неправильно думать, что если такие великие преданные, как Шрила Прабхупад, то есть он уже в Раджавасе, ему не нужно умирать и рождаться в чреве какой-то гопи, чтобы стать в Раджавасе. Это не так. Они уже имеют духовное тело. Это для многих это непонятно. Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, Нарутам Тхакур, они все в этом, уже в этом теле, они в уме. Они совершают баджан. То есть им, чтобы получить духовное тело, не нужно умирать и рождаться заново. Нама Сиддха Махатма, который имеет расататву, чувство расататвы, как мы можем ожидать, что им нужно умирать и опять рождаться, чтобы получить новое тело? Нет, они уже совершенно, они уже имеют это духовное тело по милости Харинама Прабху. Если мы сможем достичь совершенства, то как? И вот Санатан Гасай Брихат Бхагаватамрити, я уже сказал, Сиддадеха не значит, что нужно оставить это тело и, в смысле, умереть и новое получить. Нет, это может быть и не так. И поэтому Санатан Гасай, я уже говорил об этой шлоке много раз, то, что непрерывно Харинам Санкиртан через Харинам Санкиртан. Тело и вещи, связанные с телом, мы забудем об этом. Благодаря Санкиртану, если мы будем полностью погружены в Санкиртан, и что такое совершенство? Бхагаван, он Сачидананда Руп, а в обусловленном состоянии из-за недостатка милости Сваруп Шакти эти люди находятся в таком сложном состоянии, как инвалиды какие-то. Но когда по милости Гуру Вайшнавов они могут достичь этого уровня, получить милость Сваруп Шакти, получить семя бхакти и развить его дживы, у них есть какие-то врожденные качества, Вот Махараджа Джива Татви будет после Карчика говорить. И таким образом, смотрите, они непрерывно Кришна Бхакти Судапанат, вот в этой шлоке говорится. Они пьют нектар, и их ум, тело, оно тоже нектарно. И вот Сваруп Бхута, и вот так духовное тело, оно появляется у них, хотя внешне может незаметно быть для кого-то. Поскольку они еще находятся в своем материальном теле, но Сваруп
Деха, она уже появляется в них, духовное тело они уже обретают. Не оставляя этого, и вот Вишвана Чакраватипад пишет, и мы также говорим, каково глубинное значение, что хотел сказать Вишвана Чакравати, мы должны понять это. Хотя мы уже знаем из Шримад Бхагаватам Махапурана, здесь описывается то, что если Свапача, человек такой низкокастовый, он тоже может достичь высокого положения, если он предан Господу. И почему это происходит? Бхагаван, имя, если такие люди не воспевают непрерывно святые имена Верховного Господа, то они могут возвыситься и исправить все свои недостатки, как пример приводит Нарада с охотником. Охотник благодаря общению с Нарадой и благодаря его милости он оставил все свои скверные привычки, он перестал убивать животных и стал святым. И также дживатма, она может обрести свое утраченное сознание. They have done enough Asturian penances. Кто-то совершал достаточно аскез, а когда они совершали эти аскезы, а тогда, когда они воспевали святые имена Господа Хари Кришна Махамантру. И они очистились таким образом. И вот они стали настолько чисты, что невозможно представить, насколько чисты они стали. Они такие преданные, они всегда воспевали святые имена Господа, и те, кто совершает харинам, как Вамшиват Дас Бабаджи Махарадж или Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, они настолько чисты. И в этом случае, согласно Сиддханте Санатана Гасайапада, у них уже Сварупбута Деха была, и для них, then the Siddhanta is wrong. How is this possible? If they leave body, they are already pure. They will have to leave body. А то есть, если какой-то преданный, он совершая баджан, он достиг очень высокого уровня, и он очистился, ему уже не нужно оставлять тело, поскольку благодаря харинаму они могут непрерывно уже служить Верховному Господу уже в этом, еще в этом теле. Но Вишвана Чакраватипад пишет, и что, то есть и значение вот этих слов, что каждый должен родиться из чрева гопи, чтобы чтобы иметь какое-то отождествление с Вриндаваном, с Враджа-дамой. Но Вишвана Чакравати, он говорит, но это опять же не обязательно, что наша Гурвага должна рождаться заново, чтобы стать Враджа-васи. Они уже очистились с помощью баджана, и им не нужно рождаться еще раз, поскольку внутри они всегда заняты.
служение Божественной Чите, Рупа Госвами Пад, как Гуру Паршат. Но он в то же самое время Рупа Манджари. И таким образом есть некая запутанность, как это понять. Не все могут осознать. И вот в материальном мире мы можем найти, когда мы идем, рождаемся из чрева матери, наше тело должно пройти через самскара. И пройдя через самскара, тогда вот первая самскара, вторая, когда вы обретаете священный шнур, это вторая самскара, третья, мантра от Гурудева получаете. Кама Гайтри, Кама Биджа. Я говорил уже об этом из Брахма Самхиты, как Брахмаджи. Он родился заново, как он обрел новое рождение, когда ему дали Кама Гайтри, Кама Бидж, то тогда Брахма, он родился заново, и таким образом мы должны понять, согласно Сиддханте Брахма Самхиты. И вот этот Пурна Четан, те, кто преданные Рупануги, что значит преданные Рупануги? Те, чье сознание находится в полном, оно тот, чье сознание полностью раскрыто, и такое служение невозможно ни для кого. Никто не может совершать это служение, кроме в Раджа-гопи. Поскольку наше сознание четан-вритти, четан-бхава, она проявляется, и в итоге, когда мы обретем такую же удачу, как и у гопи, это значит, что наше сознание полностью раскрылось. Пурна Тара и Пурна Тама. И вот это есть степень сравнительная. И вот эта последняя степень значит, что оно раскрылось во всей своей полноте. И таким образом, все, что у нас есть, когда мы все это займем в Кришна-севе, это может быть только тогда, когда мы обретем гопи-бхаву. И тогда мы сможем все без остатка занять в служении Кришне. И когда эта бхава явится внутри нашего сердца, по милости Гурупад-падмы, которая не отличена от Вришабхану-надине, и тогда все проявится нам. И что это значит? Народ там так говорит. В Раджа Гопи Бхава Хойбе Сабхав. Это естественно. И вот это ясно. Та бхава, которая говорит Нарутам Такур, и Вишвана Чакраварти также говорит. И это все произойдет по милости Радхарани и Гурудева. Мы обретем совершенство и узнаем о нашей роли в духовном мире и о нашем служении. И такое чувство, оно явится в нашем сердце, когда по милости Радхарани и Гурудева мы обретем это достижение. И вот, чтобы обрести эту бхаву, это чувство, и откуда мы знаем, что Гоур Кишордас Бабаджи Махарадж, он Гуна Манджари, как мы знаем то, что, откуда знаем, что Шрила Прабхупада Нарайана Муни Манджари, как мы знаем об этом, как вы доказательство, если они
оставят тело и после этого только обретут духовную форму, то, как они могут говорить. И вот Наротам так говорит, согласно Сиданте. И Санатан Госвами Пад также говорит, здесь мы можем видеть все. Естественно, мы разовьем такую привычку севы, как гопи, полностью. Внешне мы можем находиться в этом теле, но внутри полностью измениться. И вот в нашем собственном теле мы можем достичь совершенства. И вот эта враджа-гопи-бхава, она может явиться внутри нашего сердца. Это гопи, гарбха-джанма называется, родиться в гопи, духовно в этом случае. That is called nijo siddha deho, siddha nam, siddha sarup, siddha basan adi, clothes, etc., siddha seva, or you can get information. Or Vishwanath Chakravarti is speaking. И вот Вишванат Чакрабарти говорит. Speaking that you will have to take birth. То, что мы должны родиться в чрева гопи, это правильно. Vasutaha, actually. И in this life, в этой жизни, по милости Гуру, по милости Гурудева и Радхарани, возможно для нас родиться в гопи, родиться как гопи, из чрева гопи. Они, какие-то люди думают, что нужно заново физически родиться, но это, конечно, хорошо. Те, кто находятся внутри Вриндавана, про них можно сказать, что те, кто садан сиддха гопи, они могут идти этим путем. И также мы узнаем то, что есть какая-то запутанность из Ведастути, что кто-то там родился во Вриндаване. И и вот таким образом кто-то запутывается, не может понять, в чем же подлинная сиддханта. Как, когда кто-то рождается в семье брахмана. Я говорил уже об этом, кто такой, кто такие брахманы. Сейчас я кратко расскажу, и даже если вы родитесь в семье брахмана, то все же без самскар вы не можете стать подлинным брахманом. Вы не можете получить право изучать веды, если не пройдете всех брахманических самскар. И также не получив дикши, мы не можем поклоняться шалаграмму, у нас не будет права поклоняться шалаграмму. И также в этой жизни, по милости преданных Рупануг, если мы узнаем обо всем этом, то у нас будет возможность служить Верховному Господу, находясь в этом теле. Мы будем находиться еще в этом теле, но в уме можем служить Радха Кришне. И Махапрабху говорит об этом Рагунатху Дасу Гасаю, поскольку он получил полную милость Нитянанды. Но мы не можем сравнивать его жизнь и нашу. До тех пор, пока мы не родимся внутри Вриндавана, как в Раджа-гопи, мы не сможем обрести эту возможность служить Божественной Чите, Кишор-Кишору. Вы уже знаете, в Читании Читамрите сказано, что с помощью Витхимарга мы не можем обрести Рагануга Бхакти, даже Гопешвар Махадев, Гопешвар.
Махадев, он хотел войти на путь Рагануга Баджан, но ему не позволили сначала, и потом он сделал что-то, и тогда он обрел возможность войти в Кришналилу, и вот таким образом. Если мы не обретем нашу Нитья-сварупу Гопи-бхаву, то до этого момента у нас не будет возможности и права служить Радха-Говинде. Радха-Говинда, служение Божественной Чите, это невозможно будет для нас до тех пор, пока мы не обретем эту Гопи-бхаву, эту сварупсидда-бхаву. До этого момента, пока мы не обретем ее, мы не сможем служить Радха-Говинде в обусловленном состоянии. Мы, конечно, можем пытаться поклоняться Радха-Говинде, но это не будет подлинным поклонением Радха-Говинде, а будет каким-то служением Лакшми-Нарайане, например. До тех пор, пока у нас это такое мировоззрение, мы не можем обрести этот шанс. А когда мы этот шанс в Раджа-бхаве обретем? Когда это все само проявится внутри нашего сердца, и тогда мы сможем начать служить Радха-Говинде и обрести вечное служение им. И вот Гопинатх — это имя Гопинат, Гопи плюс Натх. Это выглядит, что те, кто Гопи, они их Натх, их господин, и поэтому он Гопинатх. Но здесь, согласно санскритской грамматике, если разделить эти слова «гопи», «гуп дату», значит «тот, кто защищает». «Гуп дату» — это root. It means to give full protection. So, и вот Гоп-дату, тот, кто защищает его, когда Кришна видит, что Дживатма проявляет такую бхаву, такую уникальную бхаву, такое чувство полностью, и тогда Кришна защищает такую душу. И поэтому его имя Гопинат, Гопи Гуп, значит защита. Те, кто находится под защитой Кришны, и когда мы, наша четан-вритти проявляется внутри нашего сердца таким образом, то обязанность Кришны полностью нас защитить. Это великий праздник четан-вритти, великий праздник сознания. Наша четан-вритти, она может получить возможность участвовать в таком великом празднике в Манхотсаве. Раса-сева Радха-Кришна – это наивысший праздник, наилучший фестиваль Четан-вритти. Когда мы достигаем такого уровня, то это великое дело. Это праздник расы. И таким образом Кришна защищает их, и поэтому они гопи. Они всегда находятся под защитой Кришны Гопинатха. И никто не может посягнуть на них внутри Вриндавана. Никто не может имитировать, подражать им. Есть определенная процедура, через которую они могут обрести шанс. И вот Джива Госвами Пад также, когда писал комментарий, И вот это Сиддханта запутано, обычные люди ее вряд ли поймут. И they are Prakrita-sahajiya. They are going to Какие-то люди Пракрита-сахаджи, они ошибаются, понимают превратно многое. Хотя я уже сказал. Jihubhushusnu Arya, I already told this sloka. They are already purified. Same thing happened when
И то же самое случилось, когда Джада Бхарат, он говорил с Ракхуганом, я вернусь к этой теме. They are already doing Harinam. Harinam can give you all chance to get into Lila Sevan, Lila, everything. You can get chance to get entry into, you know. So again you will have to put them into medicine to purify them. It's not good. It's wrong Siddhanta. They are actually making wrong Siddhanta. Harinam Asraya, they are already under the shelter of Harinam, Param Mukto. This way. И вот Вишвана Чакрати подхватил сказать, и Джива Госвами также говорит, и вот Джива Госвами говорит, что мы должны ждать, чтобы родиться из чрева Гупи. Каково значение его слов? Откуда такое? Появляется, и вот если кто-то не родится из чрева Гупи, то он не может служить в духовном совершенном теле Кришне. Но все же кто-то может обрести служение уже в этой жизни, находясь в этом теле, в своем теле. Насчет Расататвы много споров идет, я хочу сказать об этом, и также есть тема о том, каковы качества, чтобы обрести доступ в эту Расататву. Я завтра буду говорить об этом. И вот перед Горкишвардас Бабаджи Махараджем пришел один Гасай какой-то, чтобы Сидда Пранали получить. Я был в Сурьякунде, там Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, он по милости Радхарани уже обрел свое вечное духовное тело. Он пошел в Сурьякунду, и он омылся в Радхакунде и получил такое откровение. И также Сидда Кришнадас в Манасаганге обрел совершенство. И таким образом Сундарананда Такур, один спутник Гуранги Махапрабху, и вот там один Гасай пришел, чтобы изучить Рагануга Баджан. И вот он пришел к Горкишвардас Бабаджи Махараджу, но Сидда Махатма Горкишвардас Бабаджи Махарадж, он осознал свое его положение, что он был полностью материален, и на таком уровне, как Бабаджи Махарадж мог что-то сказать ему. И вот так в течение нескольких дней он говорил, что сегодня нет времени, завтра приходите, завтра, опять завтра. И вот так говорил несколько дней, тот человек разгневался, что нету времени. И вот начал как-то ругаться с Бабаджи Махараджем и ушел. И Бабаджи Махарадж, как он ушел, он сказал: глупые люди, если они не могут потерпеть потери даже одной копейки, постоянно занятые подсчетом прибыли и убытков, и как такие люди могут совершать Рагануга или Рупануга Баджан? Бабаджи Махарадж говорил так.
откуда они узнали, что их материальное ума и тело, их с помощью своего материального ума и тела, как они могут обрести Сидда Пранали, они пришли, чтобы что-то узнать от меня, но с таким нетерпением они могут только идти читать книги, я посмотрю, смогут ли они чего-то достичь из-за этого чтения. И вот, смотря в книги, никто не может обрести Сиддхадеха, достичь совершенства Сиддхадеха. Это не вопрос, это нельзя купить. И вот в различных рынках, и вот эти сахаджи, эти торговцы пытаются что-то делать, и вот он говорит, что некоторые занимаются коммерцией с религией. Раздают эти духовные эти тела направо и налево, но Бабаджи Махарадж говорил, что они просто совершают огромные ошибки, и их дурное поведение одни проблемы принесет. They are going to speak this in, you know, in front of public, openly. Now, и вот Бабаджи Махарадж говорит, из-за этого в этом мире куча проблем возникает. Big, you know, loss for them. They like to get one ladder to climb up the head of Krishna, and there they like to pass. И такие люди хотят залезть, представить лестницу Кришне, залезть ему на голову и там как-то осквернить его. Это их такой этот, их так это такой так называемый баджан у них. Take one ladder from somebody. They like to climb the И вот они так хотят залезть на голову Кришны и испражниться там, и это их такой баджан. Такие люди, они не зрелые, те, кто не зрелые, и делают вид, что они гуру. Information to Sishya, disciples, Siddha Pranali, these, that. Bhavaji Maharaj used to say. И вот такие люди, которые раздают всем Сидда Пранали направо и налево, то Бхавджи Махарадж говорил о таких, что если вы все хотите обрести подлинное благо, то будьте уверены, что вы должны. Sit in front of me. I cannot allow you. Прийти ко мне, я не могу позволить вам пойти в какие-то скверные места, нет. Если вы хотите совершать этот баджан, то вы придите, приходите ко мне, и если вы хотите обрести подлинное благо, то непрерывно вы должны находиться со мной и повторять подлинный харинам. Если вы хотите что-то посчитать, подсчитать, или получить что-то, то тогда майя, она схватит вас за шею и убьет. И вот так майя, она может убить вас, и вы все потеряете в итоге. Так много людей приходит ко мне, чтобы обмануть меня. Бабаджи Махарадж говорил об этом. Так много людей приходят, но они хотят просто обмануть меня, но они не могут обмануть меня.
Через эту сиддханту Гоки Шодас Бабаджи Махараджи мы просто мы можем понять, что Бабаджи Махарадж хотел сказать нам. И вот идут споры о расататве, о расалиле, так много всяких скверных этих представлений. И вот Шрила Санатан Госвами Пад, перед Санатаной Госвами Падом Махапрабху говорил Санатана Шикша. Будьте осторожны. И вот Махапрабху уже сказал во время дикши, когда вы предаетесь какому-то татвагьяне, раса, вид гуру, то Кришна, он примет вас, если этот гуру подлинный, естественно. Это тело становится трансцендентным. И с трансцендентным телом вы сможете служить Радха Кришне, а в этом материальном теле нельзя. И вот Махапрабху говорит, когда вы обретете такое духовное тело, то тогда в нем вы можете совершать служение Радха Кришне. И вот атмасамарпан, самопредание. И после полного самопредания, когда вы обретете дивигьян, и после этого, когда вы будете совершать баджан, вы обретете сиддадеха, духовное тело, оно проявится в вас. И таким образом вы должны ждать и смотреть. Now in this и вот сейчас в этой расататве эти сахаджи так много проблем пытаются как-то привнести. Сейчас ситуация очень критичная. И чтобы исправить эту ситуацию, достаточно тяжело ее исправить. И вот введение к этой расалила татве. Мы должны ждать. И вот 10-й песня Шримад Бхагаватам. И вот Шри Бадрай Нивача. That what is excellent this, you know, rasa lila, rasa tatta. И вот Махарадж сейчас будет читать о великолепии раса таттвы. И вот из 29 главы там сначала говорится Шри Бадрайни Увача. Шри Бадрайни Увача. Now question is, Бадрайни, what do you mean by И yes. Вот что значит Бадрайни. In some places in Bhagavad Mahapurana. И вот в Шримад Бхагаватам Махапуране иногда мы можем видеть имена Шукадева Госвами как Бадрайни. Почему? Поскольку Парикшит Махарадж, перед Парикшит Махараджем, этот Парамахамса, лучший из Парамахамс Шукадева Госвами, он явился в форме Парикшит Махараджа. Он говорил о различных лилах преданных. И лилах Кришны. Он собирался говорить о лилах Кришны, но прекратил. И вот когда в конце девятой песни он кратко
буквально несколькими шлоками он все это сказал. Но Парикшит Махарадж, он хотел видеть желание Парикшит Махараджа, поскольку это очень сокровенный топик, сокровенная тема. И вот Парикшит Махарадж, он молился лотосным стопам Парамхамса Гуру: «О Гурудев, почему ты прекратил, почему ты не говоришь подробно о Кришна Лиле?» Но Шукадев Госвами хотел проверить качество, достоинство Шукадева Госвами, Парикшит Махараджа точнее, чтобы он слышал, достоин ли он слышать Кришна Лилу. И также мы должны понять, что те вопросы, которые задает Парикшит Махарадж, они все для нашего вечного блага. И поэтому вначале Шукадев Госвами говорит, он прославляет своего ученика Парикшит Махараджа. Твой вопрос, он великолепен. Ты задаешь этот вопрос ради блага всего мира. Те, кто атмавид пуруша, те великие личности, они одобрили этот вопрос. А почему такой вопрос не возникает? Вот в этом главный вопрос. Почему в нашем сердце не возникает такой вопрос? Вот этот вопрос мы должны задать себе. Если это татва джигьяса, атма джигьяса, самовопрошение о том, кто мы на самом деле, не возникает в нашей жизни, что толку делать что-то дальше. И вот Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами говорит Парикшиту, что твой вопрос, он великолепен. И этот вопрос, он одобрен всеми махапурушами. И все, о чем ты слышал в этом материальном мире, Шротабья Ишу. Есть много вещей, о чем можно говорить и слушать. Но это наивысшее. И тема о Кришне, о его деяниях, она наилучшая, наивысшая. Ничего не может сравниться с этим, с тем, что связано с Кришной, ничто не может сравниться. И вот согласно вопросу Парикшит Махараджа, Шукадев Госвами, Парамахамса Шрешта, он начал говорить о Джанма Лиле, о Лиле явления Кришны, о Путана Мокша, Баля Лиле и остальных лилах. Потом о том, как Кришна пас коров. И вот много других лил он рассказал. И вот Калядаман лилу, Вастахаран лилу мы изучали, чтобы проверить себя, чтобы понять, действительно ли что это настолько великолепно, как Вастахаран лила, например, многие люди
и объясняет очень скверно, но мы должны изучать эту Калиадаманлилу, Вастахаранлилу и понять их должным образом. И когда мы поймем, мы увидим, насколько они великолепны. И кто? Кришна Двайпаяна Видавьяс. Это Нараяна Аватара. Нараяна Шакти Вишаватара. Махариша. Шри Кришна Двайпаяна Видавьяс. Он отправился в Бадрикашрам и находился там. А почему? В шастрах мы видим, если кто-то находится там в Бадрикашраме, when they are going to stay there in other in other places, they are going to stay in for 10 years. If they are going to stay there for 10 years in Badrayana Kshetra, и вот кто-то из живет в Бадрайана Кшетре в течение 10 лет, например, one night in Bodhikasram, точнее, если кто-то живет, находится в течение суток в Бадрикашраме и совершает аскезы, то эти аскезы равны 10 годам совершения аскез в каком-то другом месте. Там очень аскетичная обстановка, холодно там и прочее. И Махарадж там был несколько раз по милости Гуру Вайшнава в Гурудева. Он был там, он почувствовал нечто. И также я был внутри ашрама Вьясадева. Внешне там все так, как в Бхагаватам описано. Вот в Бхагаватам можно... Там увидеть внутри... Там, в общем, внутри пещеры... Течет Брахманади Сарасвати с полным, с огромной силой она течет оттуда. И вот Вьясадев Госвами, он решил находиться там. И тут, он хотел описать многое. И вот поэтому он решил отправиться там, находиться в этой пещере, в Гималаях. Бадрикашраме, и он осознал славу этого места, и Удава также получил наставление от Кришны, чтобы отправиться в Бадрикашрам совершать баджан. И в одной сварупе Удав, он там и в Бадрикашраме, а в другой сварупе он во Вриндаване в Удавкунде. So anyway, as the Goswami took travel, there were so many things. But why is the Goswami taking this kind of decision? It's so deep thing, deep feeling. И вот почему Вьясадев Госвами сделал так, из-за своего глубокого чувства, обусловленные души не могут этого понять. И вот он решил находиться там долгое время. И он сконцентрировался на лотосных стопах Говинды. Он хотел совершать баджан там. И вот там Нараян Бхагаван. Там есть этот Нараян Парват. Атрипутра. И вот они там баджан совершал, и муж по этой причине он там был. И поэтому он находился там достаточно долгое время, и Бадрикашрам, Бадрайан, там особый дерево там, какое-то бед три. У Махараджа тоже есть это особая палочка от того дерева, бед называется дерево.
So there actually, и вот там, и поэтому мы говорим Бадрайни Увача. Бадрайни значит Ведавьяс, то, что Ведавьяс сказал. В Наймишаране, когда Шанакади Риши, он прославлял. Сутадева Госвами, то там wanted to speak. Он хотел сказать Veda Vidam Srashto Bhagavan Bhadrayanaha Bhadrayanaha. Veda Vidam Srashto Jani Veda Vidam Srashto Bhagavan Bhadrayanaha. So there also this kind of so actually in Bhagavatam also time to time. И вот в Бхагаватам также время от времени в различных местах мы находим Бадрайани вачо, Абадрайани вачо. As for Sukadeva Goswami, it is called Бадрайани. И вот like Кунти Путро Кришна, Кунти Путро, you know, Арджун, that's like Каунтея. Кунти Путра Арджун, его иногда называют кратко Каунтея. Бадрайани means actually Бадрайани значит Шукадев. Абадрайана Ведавьяс. Абадрайана, а вот Бадрайна Ведавьяс. Парамхамса Чурамани, Парамхамса Топмас Парамхамса. Парамхамса Чурамани лучший из Парамхамс. Но Бадрайни это Сукадев Госвами. Это Шукадев Госвами. No, у которого нет никакой связи с этим материальным миром. Его ничто не привлекает в этом мире. How it is possible for и как это возможно для Шукадева Госвами говорить о каких-то материальных вещах? Если Расалила была бы материальной, то как он мог бы говорить о ней? И вот этот Парамахамса Чурамани Бадрая Нандан, Ведавьяс Нандан, Шри Бадрайани, он написал суть Расалилы, и тогда, несомненно, мы можем прийти к заключению, что здесь нет ничего материального, это невозможно. Это не есть описание какой-то материальной расы. И вот какое-то великолепие должно быть, мы не понимаем в этом, наша ошибка, мы не можем понять. И также Шукадев Госвами, он родился здесь, в Бадрикашраме. So many material philosophers, так много материальных философов, писателей, поэтов. Они говорят, как иногда каким-то скверным образом, что эта лила не может случиться, Бхагаван он чист, как он может такие лилы являть. И думают, что это осквернит Бхагавана. Кто-то говорит, что это просто история какая-то, которая не может случиться, Бхагаван может как-то это. И вот какие-то люди могут говорить так или иначе, какие-то глупые люди могут заявлять, что Расалила значит Дживатма обнимает Параматму, это называется Расалилой. И вот с различных точек зрения, с различных этих уровней кто-то замечания какие-то делает. How we can say this Siddhanta? Not. Before starting this Rasa Lila, Nana. И перед тем, как начать эту Расалилу, Vyasanandan, Vyasanandan,
His name Badrayani. Его имя Бадраяни. Before, you know, и перед тем, before Расалила перед starting, началом Расалилы мы получаем такое особое имя. Здесь не говорится Шуковача, говорится по-другому. А почему? Везде написано Шри Шуковача, но здесь, перед началом этой Расалила Татвы, здесь говорится Шри Бадрайни Вача, здесь говорится. И вот что сказал Бадрайни? Очень глубокое значение имеет то, что он хотел сказать. И вот что же он говорит. Бхагаван опи таратрихи сарадот пулло малликаха бикшо рантум манас чакре йогамаям упасритаха. Each and every word of this shloka we should на каждом шагу этой шлоки мы должны все это обсуждать, обсуждать каждое слово. И пытаться понять Бхагаван Апи. Почему говорится Апи? Только начинается, почему Бхагаван Апи? Что-то до должно быть. Если что-то есть до этого, потом Апи говорится. If something is there already, spoken by somebody, then I can say, I am also going. I mean, somebody going. То есть вот это Апи значит тоже. То есть должно быть нечто, к чему это тоже применяется. Of this word. Be careful. Бхагаван опи таратрихи сарадот пулло малликаха бикшо рантум манас чакре. Бхагаван. И вот Бхагаван. You know, watching this exclusive condition. Он смотря на всю эту обстановку, которая создана Йогамайя. Йогамайя упасрита. If you don't understand this point, если вы не понимаете этого, то много вопросов может возникнуть. И вот я хочу обсудить то, что я хотел сначала обсудить. И вот перед тем, как начать Расалилу, почему? Тот, кто описывает Расалилу, почему он использует это имя Вьясанатан Бадрайни? Почему мог просто сказать Шука Увача, все и так знают Шуку, но почему так? Он говорит не прямо. Он знаменит как Шукадев Госвами. И вот в Брама Вайврата Пуране мы находим. И вот Шри Кришна дает совет Вьясадеву Госвами о Вьясу. Твой сын говорит подобно этому попугаю. Сукпакши. Сукпакши. So, in Bhamma Vaivarta Puran, they can find these topics. Krishna is going to speak, suggest to Vyasa Goswami. И вот в Брама Вайврата Пуране найти, что Шукадев дает совет Ведавьясу о Вьясу. Танайо сукабат манагьо бруте бато бхавату тачука ева нам. He Vyas, Vyas, Tadiyo Tanayaha, your son, O Vyas, твой сын, Suko, Bhat, Managva, Brute, is very sweetly speaking, like он Sukpakhi, говорит очень прекрасно, like как попугай, Managva, как прекрасная very, very птица. Nice. Sweetly, Managva, is going to catch, touch my mind. Krishna speaking. То, что он говорит, оно произвело впечатление на мое сердце. И поэтому я думаю,
So I suggest that Сук, this name is very fit. Думаю, что имя Шука очень подходит ему. Бруте бато, бхавату тацуко ева намна. This name is very good. Я думаю, что это имя Шука, оно идеально подходит для него, и поэтому. Вьясадев Госвами. Bound to give the name of boy is Sukadev Goswami. Is that Sukapakshi? A bird, parrot speaking very nicely. Sukapakshi. All the time. Его имя. This, you know, Sukadev Goswami. И вот этот Sukadev Goswami. This Sukadev Goswami. He was a, you know, first man to describe this Bhagavatam, sweet Bhagavatam. Он первый, кто описал этот прекрасный Бхагаватам перед Парикшит Махараджем, кто получил проклятие Брахмы. And Sukadev Goswami. И Sukadev Goswami. Он говорил. Such a way. Настолько великолепно, он настолько великолепно представил Бхагаватам, что после того, как весь Бхагаватам закончился, Парикшит Махарадж начал говорить. I am grateful to you. Я очень благодарен тебе за то, что я услышал это послание Бхагавата Тве. Я благословлен тобою. Kritartosmi, I am successful. Я достиг успеха. Kritartosmi, I feel myself, I think myself lucky. Я думаю, что я очень удачлив. Kritartosmi, anugrahitosmi, I am blessed by you. Through your non-stop Bhagavat Tattva Vigyan, Prabhachan, Bhagavat Katha. So Sukadev Goswami, и вот Sukadev Goswami, он лучший из Парамахамс. It's very rare, you know. И очень редок он. So by the desire of Krishna, by the desire of Krishna, because nobody is going to invite Parikshit Maharaj, Sukadev Maharaj. Nobody is going to invite Sukadev Goswami automatically. И по желанию Кришны, поскольку Sukadev Goswami никто не приглашал, он сам пришел. They are coming by the desire of Krishna. Sukadev Goswami coming. Он пришел по желанию Кришны. Он пришел в эту Шукатар-кшетру, где Парикшит Махарадж, великий царь, sitting in front of, you know, Риши Муни. Он сидел перед всеми Риши Муни, чтобы найти решение в своей, последнее решение в своей жизни. Никто не пригласил Sukadev Goswami, он сам пришел. He is coming. Here actually. И вот здесь. In the beginning of Rasa Lila. В начале Раса Лилы. Why has some inner, have some gravity? Такие слова говорятся, чтобы придать значение всему повествованию, как попугай. Он очень прекрасно может петь. И также Sukadev Goswami может таким же прекрасным образом объяснить Шримад Бхагаватам Махапурану. И это будет похоже на поток, на ливень милости, ливень расы. И все, кто услышит эту Бхагават-катху, которую сказал Sukadev Goswami из авторитетного источника,
как от всех, как, например, от этих риши или муни, которые слушали Шукадева Госвами, сидя в Намишаране. Любой человек, у которого нет никакой скверной, это имеется в виду тот, у кого есть огромная вера в Бхагават Лилу, в Гуру Вайшнавов, и такие личности, такие люди с чистым сердцем, такие люди с чистым сердцем, их сердце может растаять, услышав все это. И вот Бхагаван, он самодостаточен, нет никакого вопроса, недостатка в чем-то в нем. А почему Бхагаван являет такую лилу, мы должны узнать. Внутри Вриндавана Рада Говинда, у Рада Говинда есть два попугая, которых любят, которые их любят. И вот в Кришна Лиле мы находим внутри Вриндавана двух попугаев, Дакша и Вичакшан, два попугая, Пакши, птицы. И вот каждый день у них есть служение. И все сокровенные лилы Рада Говинды, которые они видят, они описывают это перед Лалита, Вишака и всеми остальными. Then Lalita Visakha, in front of Lalita Visakha, whatever Leela they are watching, they are going to discover. И вот они прославляют все их лилы, и также у них есть обязанность будить утром Рада Говинду. Они все организуют таким образом, чтобы Рада Говинда проснулись и отправились по своим домам. Они, и это опасность проспать, она, и прочие какие-то опасности, они насыщают эту лилу. So this way actually, Bhagavan, those who are lucky devotees. И таким образом те удачливые преданные, которые могут слушать. You know. Bhagavan going to this kind of nice Radha Govinda madhur lila, madhur sweet lila. To glorify this Leela, bonded people cannot understand. So Shukadeva Goswami going to glorify this Leela, и вот Шукадев Госвами, он прославляет эту лилу таким образом, что материалисты, они освободились от своей майи, чтобы они избавились от майи и получили вкус к этой великолепной лиле. И поэтому Шукадев Госвами пришел сюда, в этот материальный мир, чтобы спасти нас. Великая проповедь Шримад Бхагавата Махапураны, она была совершена Шукадевой Госвами. Is very excellent thing. So, и вот Кришнадас Кавирадж Госвами, точнее, Шипат Вишванат Шикароти Пат Махашой, он пишет что-то на эту тему, то, что Бринде Гитагьо Са Вичакшанаха Сукаха
Шуко ятха бхагаватартхако бидаха. Vishwanath Chakravarti is saying, like that Shuka inside that Vrindavan Lila. И вот Вишванат Чакраварти пишет, как этот Шука, который внутри Вриндаван Лилы, мы думаем, что он пришел к нам, чтобы рассказать обо всем. И вот Бхагават Таттвавид Шри Шукадев Госвами, он пытается помочь нам развить наше сознание, развить сознание на спящих людей, которые спят под покровом майя. Можно видеть, люди могут уходить куда-то, перемещаться, но по факту они спят из-за влияния майя. И вот этот Шукадев Госвами, он очень способен, он может нам помочь развить наше сознание. И внутри Вриндавана Дакша и вот эти два другие попугая, они помогают в этой Кришна Лиле. Они делают что-то, чтобы помочь Радха Говинде, в частности, будет их утром, чтобы они вернулись в свои дома, и никто не заметил. И также в прославлении Шримад Бхагава там говорится. Нанда-нандан сукасту Бхагаван своям. Нанда-нандан. Нанда-нандан Бхагаван Шри Кришна. В форме Шуки в одном смысле. И так или иначе. Те, кто полностью преданы лотосным стопам Махабхагават, те, кто у кого тем, кто имеют расататву Бхаву внутри их сердца, если они будут слышать эту лилу из должного, достойного источника в правильном состоянии, то наш Нарутам Тхакур говорит. И вот Нарутам Тхакур, он плачет и говорит, когда же я могу обрести и понять этот Югал Вилас, когда я смогу понять это все. И вот говорится, что те, кто имеют такую непоколебимую веру, Шрадху, есть Камала Шрадха, в любое время кто-то слышит что-то, и что-то, если противоположное от кого-то слышит, то их убеждения быстро меняются под влиянием кого-то. Это зовется Камала Шрадха, такая нетвердая вера, которая влияется, меняется под любым влиянием. И вот те, кто, чья Шрадха, вера, она непоколебима. И тот, те, чье сердце не осквернено вожделением, те, кто имеют огромную веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, они могут понять эту апракрита мадхур лила катху, и они могут слышать ее и понять, и принять. И поэтому Бхакта Чурамани, лучший из преданных Нарутам Тхакур, он говорит такие слова.
И чтобы дать нам понять то, что это не шутки, это не нечто дешевое. Нарутам Такур, вечный спутник Гуранги, говорит, когда я смогу понять эти сокровенные лилы Рада Говинды, когда материалисты, тех, у кого нет веры, если они слушают о Кришне, то приходят в замешательство, не могут представить, что Кришна может так или так делать. А Парикшит Махараджа, он не какая-то обычная личность. О Парикшит Махараджа говорится в нескольких местах в Бхагаватам, что ну, о том, что он Махабхагавата говорится, и вот в его гороскопе, когда астролог, точнее, Юдхиштхиру принесли его гороскоп, то он сказал, что это будущий Махабхагавата, и в других местах тоже говорилось об этом. И вот Махабхагавата, Махабхагавата значит, да, тот, кто ни на секунду не отвлекается от мысли о Верховном Господе, он всегда непрерывно размышляет о Верховном Господе. И вот о Парикшит Махараджи говорится, что он Сидда Махатма. Точнее о том, что он этот, великая личность. In his horoscope here, there. Esho Mahabhagavata. И вот есть различные признаки Махабхагавата. Я говорил о их признаках, и можно понять, кто такой Махабхагавата. Каково состояние их, каково их положение. Кто такой Махабхагавата? Это главный вопрос. И вот сейчас мы находим, что Парикшит Махараджа Махабхагавата, и в нескольких местах это уже провозглашено, но все же Парикшит Махарадж, он задает вопрос, почему? Он говорит это для нас, чтобы мы смогли чтобы мы смогли очистить наше сердце, чтобы не было никакого непонимания. И поэтому Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева Госвами. О Махараджу Гурудев, он Паракилешвар. Он защищает всю дарму. И он совершает такую ошибку, как это возможно. Мы слышали, что он Атмакам Атмарам, но все же он совершает такую ошибку, которую... А что ж люди скажут? И вот Парикшит Махарадж задает такой вопрос. Несомненно, он ошибку совершил какую-то. Иначе как это возможно? Те, кто защищают дарму и делают вот как-то противоположным образом, мы будем завтра говорить об этом. Почему Бхагаван, он являет такую лилу, в этом главный вопрос. Мы хотим узнать, почему Бхагаван делает вот так. Иначе обычные люди не смогут понять. Common people cannot understand. They can start argument. All different poets and you know philosophers. They are writing. И вот различные поэты, философы, они пишут. Their writing is contaminated. И что-то, как правило, их писанина осквернена, хотят они свои
мы свои материальные мысли, материальные представления как-то применять к Кришне. Даже Бхаким Чандра Упадьяй, он тоже что-то писал о Кришне, но кто он такой? Может, он какой-то знаменитый поэт, но кто ему дал право говорить о Кришне? И такие люди от себя пишут от себя тину какую-то. Но если их сердце сухо, если они не понимают ничего, поскольку они не получили милость, и если силы хотят что-то сделать, то они оскорбление какое-то совершают и ничего не получают хорошего в итоге в этом материальном мире. Расататва, она очень скверна. Если какая-то паракия, какие-то эти паракия появляется, то она не пользуется уважением в этом мире. Но в духовном мире это наивысшее. То есть то, что в этом мире, вот особенно в этой ведийской системе, не уважаемо, то в духовном мире это наивысшее, как, например, внебрачные отношения, это наивысшее в духовном мире, то в этом материальном мире это презирается. Наротам Такура почему говорит так, чтобы дать нам урок? Наротам Такура, он вечный спутник, он совершает служение во Вриндаване. Почему Наротам Такура, он говорит такие слова, когда же пойму суть отношений Радхе Кришны, когда я обрету их милость, когда же я избавлюсь от самсары. И таким образом постепенно мы сможем понять, но до тех пор, вот мы уже говорим два часа, я думаю, это ясно вам. По крайней мере, мы поняли, что никаких скверных вещей не может быть. То, что Шукадев Госвами, у Шукадева Госвами нет никаких представлений о материальных расах. Но он говорит, он говорит о великолепии лилы Радхе Кришны, и мы должны попытаться понять все это. Мы должны понять, что различные раджа риши, дева риши, они собрались там, в Наймишаране, там 60 тысяч риши. Шукартал-кшетри 88 тысяч риши, раджа-риши, брахма-риши и прочих других, они все собрались, чтобы слушать Парикшит Махараджа. Почему? Поскольку не знали. Наверняка, что если Парикшит Махарадж будет находиться здесь до последнего момента своей жизни, значит, нечто произойдет, великий праздник. И поэтому они решили ждать до последнего момента смерти Парикшит Махараджа. Они решили сидеть и ждать, и смотреть, что произойдет. И вот бесчисленные риши, Махариши, Девариши, Брахмариши и прочие мудрецы пришли, и они слушали Бхагават-татва-катху, они слушали Бхагават-расу. Они пили этот нектар с лотосных уст лучшего из Парамхамс Шукадева Госвами. И вот это нектар. В материальном мире мы можем найти. Есть этот фрукт на дереве, он может очень сладок быть, но все же, когда
Птица, она клюет этот, пробует этот фрукт, то этот фрукт становится еще более сладким. И когда этот Сукадев Госвами, он описал славу, всю эту Бхагаватату, Шримад Бхагаватам Махапурану, поскольку последний момент жизни Парикшит Махараджа очень критический момент был, поскольку Парикшит Махарадж он был обречен на смерть в течение недели, очень серьезный случай. И вот он тоже пригласил Парикшит Махараджа Шукадева Госвами. Кто пригласил Шукадева Госвами? Шукадев Госвами пришел сам, чтобы даровать наивысшее благо этому царю Парикшит Махараджа. И все риши-муни, они встали, когда они увидели, что Шукадев Госвами пришел. Хотя ему 16 лет всего было, но все риши-муни, которым тысячи, десятки тысяч лет, они встали. Это правило в жизни и преданности, что в материальном мире надо уважать более старых, но в духовном мире нужно уважать более старших, а не старых. И поэтому все встали и выразили почтение Шукадева Госвами, даже его отец, дед, прадед, Васиштха, Бхаратрадж, Нарада и все они выразили почтение Шукадеву Госвами, и вы должны почитать. Смотрите, если великие риши муни, они слушали описание Шримад Бхагаватам и Харикатху с лотосных уст Шукадева Госвами, то по рождению брахмачарья лучше из Парамахамс, и это должно быть нечто возвышенное, нечто очень чистое. И не может случиться так, чтобы он говорил о каких-то материальных вещах. Это невозможно. В материальном мире могут быть какие-то отношения между мужчинами и женщинами, и если это длится какое-то время, в этом материальном мире, но все же это осквернено, поскольку это связано с их удовлетворением их собственных чувств. Хотя может кто-то найти какие-то возвышенные чувства, но все же все пытаются удовлетворить свои материальные органы чувств. И вот такие люди пытаются как, так или иначе удовлетворить свои собственные органы чувств, свое материальное вожделение, и поэтому ничего такого мы не можем ожидать от Шукадева Госвами, кто есть лучи из Парамахамс. Мы должны подготовить себя, чтобы понять, что такое Расалила. И также это не какие-то фантазии, которые придумал какой-то философ, какие-то материальные, типа эти писатели, они придумывают что-то, но это не то. Кто-то говорит, что Расалила – это когда Дживатма сливается с Параматмой, но это не так. Какие-то люди любят делать какие-то замечания, не по делу, но мы не должны их слушать. И вот в начале Расалилы я произнес вот эту шлоку из Шримад Бхагаватам, Шри Бадраяни Вача, это первая шлока Раса Панчадья. Сарадапхуллямалликаха бикшорантум манасчакре йогамайам упасхатаха. It's very strange sloka.
И вот эта шлока очень странная, каждую букву шлоки, этой шлоки мы должны обсудить, каждый символ, и тогда мы сможем понять, что это очень важно. И вот последняя шлока Расалилы. Я произнес первую и последнюю шлоку. I was speaking, I can discuss all in detail tomorrow, where you can find Parikshit Maharaj putting question. А завтра более подробно буду обсуждать все о том, как Парикшит Махарадж спрашивает, что Бхагаван Верховный Господь, он являет такие скверные лилы внешне. И может, он совершил какую-то ошибку, и завтра мы получим ответы на эти вопросы, и вот сегодня пытайтесь понять. Вот последняя шлока из Расалилы, из раздела Расалилы. И вот те, кто слушает с огромной верой, те, кто получил полную милость Рагануга и Рупануга преданных, они могут обрести парабхакти, я уже говорил об этом. Пытайтесь понять эту шлоку, не забывайте, в Рай Рамананда Самвати я говорил об этом. И вот те преданные, одни, когда они практически избавились от анарт. Может остаться какой-то запах, но все анартхи, они практически уничтожены. Мы практически избавились от них. И для них Парампуджа Пачила Кешава Госвами Махарадж говорит таким образом, для них. То есть это не значит, что какие-то скверные люди, которые непонятно чем занимаются, нет, это не, к ним не относится. И вот если есть какой-то даже запах какамы, он все равно в процессе баджана уйдет. Он не сможет находиться, и вот с огромной верой, с огромным уважением, с полной милостью Гуру Вайшнавов мы должны слушать. Это не что-то материальное. Мы должны понять все это с различных и обсуждать с различных точек зрения и вопрос в начале Раса Панчадьяя. Очень странно я сказал и хочу напомнить вам. Даже Бхагаван, он решил to do leela. It's strange you are. Bhagavan OP, Bhagavan also. И вот Бхагаван также. You have to understand. Он, Bhagavan OP. И вот Бхагаван OP, что значит? Vikritam Bhajavada Viradanta Vishnu. Why Krishna? Why? И вот в этой шлоке почему Вишну упоминается? Почему Шукадев Госвами не сказал Кришна, а сказал Вишну? To give you a clear conception, Vishnu, all pervading Supreme Lord Krishna is also. Чтобы дать вам представление, что Вишну, он вездесущий, Верховный Господь, вездесущий Вишну, и он вездесущий, а Кришна пребывает в сердце каждого и в сердце Вишну также. И вот в последней шлоке, почему Шукадев Госвами использовал слово Вишну, а не Кришна? Чтобы показать значение всего этого, чтобы мы не могли легкомысленно об этом подумать.
Это не какая-то дешевая лила, нет. И поэтому здесь Вишну значит Кришна, но все же Шукадев Госвами, он хочет дать вам почувствовать, чтобы вы были очень осторожны и не совершали никаких ошибок. Мы должны почувствовать эту лилу, чтобы избавиться от нашей обусловленности. Вишну, Беридханчо Вишну, Иданчо Вишну. So, because и вот поскольку Расалила, она была совершена Кришной с сотнями миллионов гопи, но Вишну там не было, но смотри, но все же, чтобы понять, нам помочь понять значение всего этого. Бхагавану пиранту манас чакре. Бхагавану also took decision. Бхагавану ту Bhagavan Opi Rantu Manaschakre, this part is very small part of the sloka, but still having so much importance. И вот эта часть этой шлоки очень мала, но она очень важна. И много сокровенных вещей говорится в этом, в этих словах. Though the fathomless Bhagavan, his inner power, his lila, Бхагаван, его сила, его лила, его вайрагья, отреченность. Бхагаван, значит, он оставляет за собой всю силу. Все, что у него есть. So we cannot pass any dirty remarks. И вот мы не можем никаких скверных этих замечаний делать. Мы должны пытаться понять то, что мы можем пытаться что-то замечания какие-то делать, но это без толку. А если мы хотим глубоко изучить философию, мы должны пытаться получить милость Шрилы Бхактивинода Тхакура или нашей прежней предыдущей Гурварги, иначе мы не сможем понять ничего. И мы поэтому должны принять помощь от нашей Гурварги. Ачинтья, непостижимая. Почему Бхагаван Господь, Он являет такие лилы? Почему Он совершает Расалилу? Внешне это нехорошо. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Кришна, он океан расы. О, Рупа. Кришна, он океан расы. И как я могу помочь тебе понять? Я могу дать тебе каплю расы, попробуй ее, и тогда ты осознаешь все. Ачинтья, непостижимая, здесь логика, она не работает, она не может находиться на пути абсолютной истины. Ачинтья, ананта. Парам вичитро. Если мы изучим весь Бхагаватам, то это будет наивысшая часть Расалилы. Наивысшая часть Бхагаватам. И вот вопрос может возникнуть. То, что почему Бхагаван совершает такую лилу, мы можем обсудить это и сейчас. Я хочу понять настроение Шридас Госвамипада. Мы должны понять его настроение нашего Ачарьи Бхагаваттатвы Шридас Госвамипада, поскольку Шридас Госвамипад он провозгласил открыто. О славе Расалилы, наивысшей славе Расалилы он провозгласил. И вот Шридас Госвамипад, он пишет то, что Шридас
Гопи раса мандала вандитаха. Брахмади, Брахмади, Джайо, Сангруро, Дарпо, Кандарпо Дарпоха. Кам Адиштхатри Девата, I also told you about material karma. Итак, я говорил о материальном вожделении в этом мире. Мужчины привлекутся к женщинам и взаимно наоборот. Но этот Камадева, трансцендентный Камадев, и что же нам делать? Мы должны принять помощь этой Кама Гайтри и возвыситься до того уровня. Без Гопи Бабы мы не сможем войти во Вриндаван. Нет. Это не сможем мы так сделать. Даже Махадев Шанкара, Садашив, он когда смог войти во Вриндаван, когда Гопи Баба была там. Без этого никто не допускается. И мы можем понять. И вот Брахма Шанкар, они очарованы Лилой Кришны. Можете вспомнить, когда Шанкар Бхагаван, когда пахтание океана происходило. Finally, there was problem between demon and demigods. И была проблема между этими демонами, полубогами, и Бхагаван Шри Кришна вынужден был принять форму прекрасной женщины, чтобы распространить нектар среди этих полубогов и обделить демонов. Махини. Махини Мурти. И в то время Шанкар Бхагаван также был в замешательстве. И что я хочу сказать? Материальный Шанкар, материальный Камадев, он был, его сожгли. Сжег огонь, который изошел из третьего глаза Шанкара. И вот этот трансцендентный, точнее, этот материальный Камадев был сожжен. Это материальная кама была сужена Шанкаром, и Брахма также время от времени чувствовал проблемы какие-то, и Индра также. И вот Гуру Парампара, иногда эту слоку можно видеть, не могу сказать. Гуру Парампара прапта прачин слока. Откуда, ну вот... Так это выглядит. И вот как Рупа Госвами составил Падьявали. Все шлоки с различных мест собрал и описание, значение написал. Это очень научный труд такой. Ахаллавей джараха сутапатир авут атматанаям прояанатхо прояанатхо Аясид Абхаято Гуру Ринду Индуравадам Ити Прайха Куба Но Падам Ано Апате Адхарьято Майя Срому Мадо Бананам Ко Ихо Бхаванонамотхо Видишу. I mean, what mean to say? Ахаллайой Яраха. Ахаллайой Яраха Сурапати Рабхут Атматанея. I like to speak very clear way. Like Индра Махарадж, и вот как Индра Махарадж, царь небес, он чувствовал, he was upset.
он был очарован женой Гаутами Муни. Он завожделил ее. И вот Деварадж Индра, он хотел наслаждаться ее женой Гаутами Ахальей. And after that he was cursed by Gautami Muni. It is different thing, I have no time to discuss. Maybe был проклят Гаутами Муни в итоге, это отдельная история. И creator of this material world, творец этого материального мира, Брахма, was given responsibility for this creation. He also, кому была дана ответственность за творение, и он также was in problem. Попал в такую проблему. Его дочь Сарасвати, она была настолько прекрасна, что он завожделил ее. И поэтому его Девагуру этот Брихаспати, этот Чандрадев, он завожделил жену Брихаспати и вот совершил ошибку такую. Они являются таким примером того, что не нужно делать. Они показывают, какие плачевные последствия всего этого. И вот таким образом все различные проблемы мы можем найти в этом материальном мире из-за материальной камы вожделения. Chandradev wanted to enjoy with the wife of Gurudev Brihaspati. So now it is written that nothing impossible for material mind. И вот говорится, что для материальной майя нет ничего невозможного. И сколько времени нужно, чтобы вас как-то остановить. So майя, она очень могущественна. И у Шанкар, и также Шанкар хотел видеть эту Махини Лилу, а Бхагаван говорил нет. А Шанкар настаивал, нет, я хочу увидеть Камджая, Мритхунджая, зачем тебе это надо? Нет, хочу увидеть. И вот когда Махини явилась перед Шанкаром, несмотря на то, что жена Парвати сидела на его ноге, бык рядом, и все же Шанкар, он не смог не привлечься ею. Он был очарован прекрасной формой Махини, и он не понял, что это Бхагаван, Верховный Господь. Он начал бежать за ней, и в итоге, когда хотел обнять ее, то Бхагаван явился в своей форме, начал смеяться над ним. Что случилось, Шанкар? Ты тот, кто победил вожделение, но смотри, что с тобой случилось. Смотри, моя майя может делать все. Нет ничего невозможного для моей майи. Будь осторожен. Интернет пропал. И вот материальный камадев, падам апате адхарьято майя срамо мад бананам ко ихо бхаванамо чо бидишу. This material kama going to express his, you know, vanity, false ego. What problem? И вот материальная кама может помешать людям в любой момент. Она может как-то препятствовать всему, что только может препятствовать. И что же делать? Это майя настолько могущественна. В этом материальном мире мы можем найти. It is written, Bhagavan also, Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu also speaking this way. You know, this Trimurti, I mean this, что Тримурти, you
The figure created by это Brahma, этот образ женщины, который создан Брахмой. Он очень привлекательно в этом материальном мире. Это большое препятствие. И вот это моя форма женщины может кого угодно обеспокоить и помешать. И вот Вьясадева с вами говорит даже с матерью, с сестрой. Или с дочерью нельзя быть мужчиной этому брахмачарью наедине. Balavan Indriya Brahma Vidyan Shumapi Karshati. Even Vidyan, the only learned personality, даже ученый человек, он может совершить ошибку, оказавшись наедине с женщиной. This shloka was compiled и by эта шлока была написана Vyasadevai. Она явилась из вечного мира. Но один из его учеников, не помню, как зовут точно, он спросил, как это возможно, почему вы так написали, что с матерью наедине нельзя быть. И Вьясадева Госвами сказал, хорошо, если думаешь, что не так, можешь поменять шлоку, если сможешь. И тем временем, вот забыл, как этого ученика зовут, ну, в общем, он отправился в Гималайи, совершал баджан свой там, и однажды Вьясадева Госвами хотел показать ему, что все, что в Бхагаватам описывается, все это совершенно, и не может быть никакой ошибки. И вот он хотел доказать это, поскольку Шримад Бхагаватам Махапурана – это сам Шри Кришна. Сам Шри Кришна явился в форме Шабда Брахма. Если кто-то находит недостаток в Шабда Брахме, это очень опасно, и это станет причиной падения. И вот если у вас есть такая преданность, вы можете пытаться понять. Если будете спорить с Шабдой Брахмой, то это бестолку все. Шабда Брахма — это не какой-то обычный звук, это трансцендентный звук. В Сиддханте Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура нет никаких ошибок. Во время Шрилы Прабхупады много так называемых преданных, они сомневались в чем-то, но это становилось причиной их падения, и поскольку они сомневались в учении Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, и поэтому они превратно понимали их, и это становилось причиной их падения. И таким образом, Апракрита Камадев Кришна, а этот материальный Камадев, он с помощью материального вожделения очень эффективен. Если вот это начинается весна, то можно видеть, как эти все существа мужского пола стремятся к существам женского пола. Все мужчины, женщины, звери, птицы, все они привлекаются друг к другу. Однажды я видел группу саду, такие не одной сампрадай, а смешанной с разных сампрадай. Вот они куда-то ехали, парикраму совершали, забыл, где-то в Нармады парикраму или где-то там. И вот они пришли в такое место,
царь заведовал этим местом. Ну, такой царек, местный царек. И вот во время этих, в общем, британского правления кто-то назначил местным этим царьком, и вот он царствовал там, в общем, в своей области. И вот один саду, который на флейте играл. И вот ночью, когда все спали, этот начал играть на флейте очень красиво, настолько прекрасно, что это звук его флейты был настолько прекрасен, что никто не мог удержаться. А этот дворец царя был далеко достаточно, и вот какая-то царевна услышала, и она пошла на звук флейты. Никого не было, она оставила царя и побежала, чтобы услышать, увидеть того, кто играет на флейте. If you can make some experiment over sound, если вы эксперимент со звуком проведете, один преданный Бимал, Бимал Кришна, как-то так его звали, он был этим, таким другом Махараджа, давно было лет сколько, 20 назад или больше. И вот когда Гуру Махарадж был в Бирбуме, он приезжал, потом пропал куда-то, я его не видел с тех пор. И вот он сказал мне, что я тут экспериментирую со звуком, опыты, звук изучаю. И вот какой-то звук может с ума свести. В общем, на обезьянах опыты ставил. То есть какой-то звук производил, обезьяна то с ума сходила, то спала, то радовалась. И вот, во времена этого Акбара Ватсы также соревнование было. Кто-то из певцов пел, и царь, этот царь говорил хорошо. Ты должен петь так, чтобы камень расплавился, поскольку раги и рагини не могут в своей форме проявиться и явить свою силу. Не все могут поверить, но это так. И вот во время Акбара Ватсы такое соревнование шло, кто мог растаять этот камень с помощью звука. Также было какое-то засохшее дерево без листьев, и кто-то, и соревнование в том было, чтобы оживить это дерево с помощью звука, чтобы оно вот прямо сейчас расцвело. Не все могут поверить, но находились такие люди, которые смогли с помощью звука оживить даже засохшее дерево. И в Бхагаватам мы примеры находим также. Как различными способами материальный Камадев, он был удачен в том, чтобы всем мешать с помощью вожделения. Time is very limited, so I can speak this, incident, and I can. That queen coming very quickly. И вот, в общем, вернусь к тому случаю, эта царица прибежала на звук флейты и услышала, какой-то саду настолько прекрасно играет на ней. Она была очарована и не могла даже двигаться. И когда все саду, они, особенно этот предводитель этих саду, узнал, что такое случилось, он предупредил, что не играй на флейте. Запрещаю тебе, саду не должен на флейтах играть.
И с тех пор. Но это показывает силу звука, даже материальный звук, он настолько могуществен, может. Может вожделение проявить в нашем сердце, поскольку материальный камадев, он был сожжен уже огнем третьего глаза Шанкара, и уже сожгли, но Мадан сказал, сейчас очень хорошо. Сейчас у меня больше возможностей, поскольку никто не может видеть меня. То есть он грубое тело сжег этого того, кто вожделение олицетворяет. Тот в тонком теле остался и теперь мог незаметно делать все, что хотел. И таким образом Камадев, он влияет на все в этом материальном мире, но чистый преданный, кто получил полную милость Гуру Вайшнавов и Бхагавана, никто не может как-то повлиять на него. Чистый преданный никогда не попадает под чье-то влияние, и Камадев решил to play in this way, действовать так, to break the whole system and bhajan, чтобы нарушить всю процедуру баджана, чтобы люди вожделение чувствовали, не могли заниматься баджаном. И в Бхагаватам об этом также говорится. Я могу сказать о... рассказать об одном случае. И вот Джаймини, или как-то так его звали, он баджан совершал в Гималаях, в пещере. И начался шторм, ветер, дождь проливной. Молния. И тем временем вот этот саду совершал свой баджан, там у него огонь горел, кто-то постучал, «Откройте, пожалуйста, кто там?» И он открыл дверь, и там какая-то женщина, ей лет 50 было, она вся промокла насквозь. И вот она сказала, пожалуйста, позвольте мне тут дождь переждать. И саду сказал, заходи, не проблема, вот там, в другой стороне пещеры располагайся. И вот этот матаджи там расположилась, и ночью, когда тот совершал баджан, этот ученик Вьясадева Госвами почувствовал какое-то вожделение. И подумал, почему, что я привлекаюсь этой женщиной, почему я тут саду, но не могу сдержаться. В итоге он не смог сдержаться, обнял эту женщину. И от этой женщины, эта женщина, она превратилась во Вьясадева Госвами, и Вьясадев сказал, смотри, ты спрашивал, почему нельзя наедине с матерью находиться, вот тебе ответ, почему нельзя. Ты хотел выкинуть эту шлоку из Шримад Бхагаватам, и вот сейчас ты видишь практический пример. И поэтому нельзя ни одного слова в Бхагаватам менять. Все, оно очень полезно. В Бхагаватам нет ничего неправильного, не меняйте ничего, пускай остается так, как оно есть. И ученик Вьясадева Госвами был вынужден признать, да, все, что сказано в Бхагаватам, но совершенно. Даже великие пандиты, они могут потерять свое терпение перед камовожделением. Если какой-то саду, саньяси, он чувствует вожделение, то он может потерять все. Даже один раз, если они почувствуют вожделение, то вся их сила, которую они копили, она уходит.
So in this way we have to consider. И в этом случае мы должны подумать, что такое расалила, почему Бхагаван являет такую лилу, и ответ мы можем получить на все эти вопросы. Material Kamdeva is going to express his false ego. Who is there to face me? И вот материальный Камадев, он очень горд, он знает, что может победить любого, поэтому очень гордится собой. А перед Шанкаром. И вот он даже Шанкара мог наполовину одолеть. Кантихи ситам ришати ниндито сарадиндур Джатрай катабила ситам аситанга совам Вриндаване апи кто жамуно ганга сангьям Радхамукунда жугалам тадхам намами Кантихи ситам ришати ниндито сардиндур Джатрай катабила ситам аситанга совам Вриндаване апи кто жамуно ганга сангьям Радхам кунда югалам тадахам нами. Банча калпатарусе кипасинд бирус. Патитанан павана бхавишна фьюнамас.